Всем привет, я Ксения Загоскина, я лидер проекта «Крокодай». Я попрошу поднять руки в зале тех из вас, кого эвакуировали, вас или ваших друзей. Вижу, что проблема эвакуации не нова. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с эвакуацией, ты теряешь свои деньги, ты теряешь свое время, ты испытываешь негативные эмоции от общения с обычными людьми и теряешь мобильность и контроль над своим графиком в течение дня. Наше приложение гарантированно уведомляет вас о начале эвакуации в зоне парковки вашего автомобиля. Мы настолько уверены в качестве нашего сервиса, что компенсируем затраты на эвакуацию в случае, если вы не получите уведомление. Наше приложение рассчитано на тех, кто перемещается часто в течение дня, это у кого разъездной характер работы. Это домохозяйки, которые делают закупки, отводят своих детей в школу, закрыли поликлиники, и начинающие водители, кто плохо разбирается в дорожных знаках, разметках, и никому не секрет, что в Москве есть парковочные ловушки. В данный момент на рынке представлено несколько мобильных приложений, все они бесплатные, и никто из них не гарантирует качество своих услуг. В отличие от этих приложений, наша бизнес-модель построена таким образом, что есть две категории пользователей, это охотники, кто уведомляет в начале работы эвакуатора, мы платим ему реальные деньги, 50 рублей за каждую фотографию, и те, кто хочет поставить свой автомобиль под нашу защиту, есть три варианта подписки, это один день, одна неделя, один месяц. Таким образом, обе стороны заинтересованы и мы оказываем качественный сервис. Данная проблема существует не только в Москве, но и в других крупных городах России, где введена платная парковка, это Питер, Казань, Владивосток, Ленинград, Нижний Новгород, и в наши планы входит ваше приложение в этих регионах. Также мы планируем запуститься на платформе iOS и расширить партнерский каталог продаж. Наша команда состоит из 10 человек, это эксперты в своих областях, разработчик, дизайнер, пиар, основной менеджер, я, проект-менеджер. В данный момент приложение скачалось.
вместе, чтобы попробовать, походить в другие приложения, попробовать торговаться, получить первое управление, дали платные подписки. Можно купить на один день, на 7 дней, на 30 дней. И второй вопрос. В моих кликах, пока я себе считал, для того, чтобы полностью здесь у нас поселение, как можно мы сами туда укладывали, могут регулировать, в том числе ночью, надо, чтобы на аутсорсе было посещено 100 человек, которые там готовы в ночное время режима, в ночное время из какого-нибудь темного района Кутова сказать, что вам ваши тачки регулируют. Вот как вы можете обеспечить покрытие вот, всей Москвы, 100 тысяч человек, в любое время, в день и ночи, с гарантией качества? Сергей, спасибо за вопрос. У меня тут один к вам ответ на этот курс 100 тысяч. В день есть статистика, на какой в день возят максимум 1000 машин, 800. То есть 800 раз в день возят. Нам нужно получить 800 фотографий. А в данный момент нашими охотниками являются те же самые эвакуаторщики, те же самые сотрудники, вот это сколько даст денег.
90 миллионов рублей в год. В Москве. Только в Москве. То есть, ну, это опять, да, 7%. То есть, это опять, я говорю, что только 3% от активных машин, которые водители, которые ездят каждый день. Мы не говорим про цифры 20-30, мы прекрасно понимаем, что рынок, да? То есть, мы сегментируем нашу тематику очень четко, поэтому пока что возможно всего-навсего на 3%. Конечно же, плата, потолок и все, что выше, но надо как-то прикончить это маленькое шажками. Спасибо вам, успехов вам.